Привет всем! 12 января 2021 года. Еду в Юрмалу, в Тукумс. После этого, как у меня уже обычно за последние несколько недель, после еду в Добылайелгул. Покажу, какие заснеженные дороги у нас. Продолжайте движение прямо на Джурмала Центерс. Езжаю в Юрмалу. Раньше здесь стояла будка такая, домик, пост дорожной полиции, но убрали, потому как уже с прошлого года ввели электронную, так сказать, проверку при въезде в Юрмалу. В летний сезон надо платить, чтобы попасть в Юрмалу. Вот справа это Ливу Аквапарк. Самый большой в Восточной Европе аквапарк закрытый. Почем топливо сегодня на Несте? Евро 8,7. Через 2 километра 200 метров. Съезд на Меза проспект. Думал выпустить трактор. Сзади автомобиль тоже перестроился на вторую полосу, но трактор решил подождать, пока мы проедем. Левый это парк.
Интер у Межа парк. Каждый год в зимний период его украшают лампочками, огоньками. Довольно-таки неплохо выглядит. Поверните налево на Мадонна съела. Через 300 метров поверните налево на Тинтяру проспект. Ну вот стоит с основного шоссе свернуть. Сразу дороги все в снегу. Поверните налево на Тинтяру проспект. Разгрузился. Сейчас поеду разгружаться в Слоку, на другой конец Юрмалы. Поверните направо на Туры до Сьела. Глобус. Справа начинается улица Йомас. Пешеходная улочка. И идет она аж до станции Майери практически. Поверните направо на Лиенсхилла. Через 300 метров держитесь правее. Слева проезжаем, это железнодорожная станция Дублты. Дима Билан один из своих клипов здесь снимал.
какой-то ремонт дороги. Смотрим, сколько здесь топлива, дизель. Поверните налево. 99 центов и 70. Через 200 метров поверните налево на Талсу Сасуэ. Через 200 метров на кольце второй съезд на Талсу Сасуэ. На кольце второй съезд на Талсу Сасуэ. Талсу Сасуэ, Талсу Сасуэ, да.
улице первый съезд на Талсу-Сасуэ. Разгрузился. Теперь направляюсь на ферму. Это рядом с Кайве. Городок такой Кайве. Недалеко от Тукумса. Как обычно, везу им добавку для кормления, для корма коровам. Поверните налево.